Всем доброго здоровья! У нас очередная тренировочка, и как всегда с вами на канале Екатерина и Дмитрий. Всем привет! После некоторого перерыва. Да, после некоторого перерыва. Так, ну что, начинаем, как всегда, мы с рассказа об исходном положении. Если вы занимаетесь с нами из положения стоя, значит, макушка, даже если сидя тоже, макушка вверх, спина прямая. Далее, если стоим, то немножечко подкручиваем таз вперед, дабы стабилизировать поясницу. Если вы сидите, можете тоже попробовать это сделать, подкрутить, чтобы стабилизировать таз. И ноги согнуты в углах 90 градусов, колено в тазобедренном суставе, стопы плотно прилегающие к полу в обуви. Если вы сидите в коляске, значит, ваши стопы тоже лучше пусть будут в обуви. Почему? Потому что бывает такое, что вы выставили стопу на подножку, и вашей длины стопы, точнее, подножки не хватает по длине стопы, пальцы свисают вниз. Это неправильное положение стопы. Если вы стоите стопами на полу и находитесь в носках, либо в каких-нибудь чешках, то есть мягкая какая-то такая подошва, это тоже не очень хорошо, потому что бывает такое, что тонусом из пастикой подкручивает стопу наружу, вовнутрь, выставляет на носок. И в этом случае тоже идет напряжение по нижней поверхности вашей стопы. Это неверно. Когда нога будет находиться, например, в кроссовке, то она не сможет докрутиться. Даже если будет какое-то напряжение, при расслаблении она станет в нужное положение. Поэтому про обувь напомнили. Ну что, используем утяжелители на руках, либо гантельки. Можно ничего не использовать. Также можно попробовать использовать ленту. Я сегодня возьму ленту. И мы начинаем с разогрева верхнеплечевого пояса. Значит, смотрите, как можно использовать ленту для подъема плечи вверх и вниз. То есть я беру ленту, становлюсь на нее, либо вы точно так же можете ее использовать, под стопы ее поставите, короткое натяжение, чтобы именно было, и далее работаем. Макушка тянется вверх, поднимаем плечи максимально вверх, опускаем вниз, резинка помогает опустить их вниз, но вы еще как бы дотягиваете. При этом макушка вытягивает вашу шею вверх, и получается как бы растяжение шейного отдела, помимо работы плечевых суставов. Так, ну что, начнем. И раз, два, три, четыре, локти стараемся не гнуть, пять, шесть, семь, все внимание в плечах, девять, десять. Я устал. Что значит был перерыв, да? Все, я устал. Теперь выполняем круговые вращения, также участвует плечо-лопатка. Я использую натяжение ленты, Дима, утяжелитель. Вы можете использовать либо гантельки еще, либо ничего. Это тоже можно использовать. И круговые вперед, максимальный диаметр круга вверх, вперед, вниз, назад. Когда лопатки уходят назад, обращаем ваше внимание на то, как близко они приходят к позвоночнику. Сколько, Дима? 9. 10. Обратное движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Локти стараемся не гнуть. 9. Завершили. 10. Хорошо. Следующее упражнение. Я также поиспользую еще резинку, оставляю ее с натяжением. Большие пальцы мои смотрят вперед. У Димы продолжают быть утяжелители. Мы уводим обе руки назад, раскрывая грудной отдел, соединяем лопаточки. Спина прямая и возвращаем в исходное положение. Мне создает сопротивление лента, у Димы просто утяжелитель. Макушка стремится в потолок. Спина прямая. И раз, два, три, четыре. Не забываем про дыхание. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Что-то мне уже на девяти хотелось остановиться.
Хорошо. Следующее упражнение. Поочередный подъем рук, правый и левый, вверх впереди себя. Поскольку я использую ленту одну, поэтому я отработаю правой рукой, потом буду работать левой рукой. Также можно использовать поочередно, как я изначально сказала, например, правая, затем сразу левая. Итак, по 10 раз на каждую руку. Мне поочередно делать? Как посчитаешь правильно, ты можешь и так, это будет верно. Я, так как с резинкой, отрабатываю только одну. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я меняю руку, ты продолжаешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Для себя продолжай считать. Следующее упражнение. Я продолжаю использовать резинку. Дима отрабатывает упражнение с утяжелителями. Значит, что мы выполняем? Мы выполняем подъем руки в сторону через боковое отведение из трех положений. Палец смотрит вперед, палец смотрит вверх и палец смотрит вниз. Пока отрабатываем все на правой руке, затем будем отрабатывать на левой. Сразу куда? Вверх, вниз? Давай начнем снизу. Палец вниз и отрабатываем. Раз, два. Рука прямая в локте. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Значит, смотрите, рука прямая в локте, но не перевыпрямленная. Что это значит? То есть рука не согнута, не перевыпрямлена максимально, чтобы локоть прям упирался, да, в плечевую кость. А именно как будто вот в расслабленном состоянии рука находится вдоль туловища, вот в таком же положении вы ее и поднимаете, фиксируете это расслабленное состояние. Можно сказать, что она чуть-чуть присогнута, но именно вот можно так сказать, то есть, потому что присогнута это обычно вот такой угол сгибания, да? Нам он не нужен, нам нужна почти прямая рука. Так, теперь палец смотрит вперед, отрабатываем правой. Раз, два. Спина прямая, макушка вверх. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Небольшой перерыв. И также мы отрабатываем правой рукой упражнение. Теперь наш палец будет смотреть вверх. Готов? Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Так, ну что, начнем. Левая рука. Так, мне, наверное, надо чуть-чуть отойти или развернуться. Ну, конечно, ты ж с утяжелителем. Какой крепкий парень. Да. Начинаем. Палец сначала вниз. Дима уже начал, я все никак. И... Восемь, девять, десять. Тигра, пошли делать с нами. Меняем положение пальца. Пальчик смотрит вперед, рука слегка присогнута. И начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. И остается нам
отработать движение левой рукой из положения большой палец вверх. Приступим? Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Чудесно, можем снять эти железы. И попить водички. И попить водички. Сейчас поработаем с мышцами пресса из положения сидя. Значит, садимся, макушка вверх, спина прямая, ладошками упираемся выше коленного сустава, делаем глубокий вдох, раскрываем грудную клетку. На выдохе, как будто бы наша брюшная стеночка прижимается к позвоночнику, при этом мы максимально сильно с выдохом давим ладонями в колени, прям фу, да? Немного можно округлить корпус, но вот прям совсем незначительно боком сейчас покажу, да, то есть вдох. И на выдохе, то есть чуть-чуть работает спина. Основная задача — это прижимать брюшную стенку к позвоночнику с выдохом и давить ладонями в колени. Даже, наверное, давить ладонями в колени — это более основная задача. Начинаем. Вдох. И на выдохе. Фу. Вдох, шумный выдох. Фу. Вдох. Вдох, прям в грудную клетку раздуваем ее. Фу, выдох, сдуваем. Пять. Шесть. Я пыталась. Семь. Восемь. Девять. Десять. Отлично. Теперь работаем на косые мышцы. Поворачиваем плечевой пояс к левой коленке. Получается, правая ваша ладонь упирается в левый коленный сустав. Левая ладонь находится либо вдоль корпуса, либо слегка позади вас. Делаем вдох, разворачиваем корпус вперед. Надуваем воздухом наше межреберье, то есть оно максимально раскрывается, в ребра дышим вдохом. На выдохе ребра опять уходят вовнутрь, брюшная стеночка прилипает к позвоночнику. И максимально сильно давим ладонной поверхностью правой в левый коленный сустав. 10 в одну сторону, затем поменяем стороны. Давай. И раз. Два. Как бы упираемся. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Два. Да. Кружится? Да. Может. Девять. Завершаем. Если дыхание очень быстрое, интенсивное, либо очень глубокое, такое, к которому вы не привыкли, может немножко закружиться голова. В этом случае делаем небольшой перерыв, чтобы прийти в состояние стабильности. И затем дорабатываем эту же сторону. После занимаемся другой стороной. Так, ну что, надышались немножко? Да, конечно же. Да. Ну что, левая ладонь, правый коленный, развернулись вдохом, выдохом. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять. Обратите внимание, что чем сильнее вы упираетесь и давите, как будто пытаетесь оттолкнуть ладонью свой коленный сустав, а он не пускает, тем больше напрягаются ваши мышцы.
Так, ну и заканчиваем наш комплекс упражнениями для шейного отдела позвоночника. Слушай, голос закружился вообще не по-детски. Ну что значит, надышался кислородом, а? Или это успехи так кружат твою голову? Успехи, да. Успехи. После выходных надо еще выходные делать. Такие успехи. Такие выходные, что надо отдыхать. Так, начинаем мы с нашего любимого упражнения «Гагарин». Плечи убираем назад и вниз, как бы раскрывая грудную клетку, высвобождая шею. Макушка стремится в потолок, руки находятся вдоль корпуса. Руками мы стремимся в пол, но это напряжение и стремление идет от ваших плечевых суставов. Макушкой вверх, все это происходит 10 счетов. Все 10 счетов вы тянетесь, затем расслабляемся. Но расслабляемся не так, что тянулись, и оп, голова в трусы упала. Нет, так не нужно делать. Да, то есть потянулись и просто свободно вернули в исходное положение себя. И так повторяем некоторое количество повторений. Тут вы регулируете сами. Бывает такое, что вы начинаете делать 3 раза, уже начинает тоже кружиться голова. Значит, для вас пока достаточно, особенно если вы начинаете это на первом этапе. В дальнейшем до 10 повторений вполне вы можете, способны, я надеюсь, сделать. Я уже разучился работать на камеру, кстати. У тебя все получается. Да? Да. Сделайте нам комментарий, получается у нас работать на камеру. Давно не работали, прям не знаю, что делать. Мы же никогда на нее не работали, Дима, что значит, ты разучился. Катя, да. Мы всегда просто снимали. Ладно, ладно. Давай, полетели. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Меня дома сегодня спросили, куда я такая красивая? Я говорю, на камеру работать. Задавали вопрос. Есть, дайте эффективное упражнение на замыкание камеры, Катя. Ой. Ой. Как я прошу всегда одно, чтобы я научился ходить. Что ты мне? Да, действительно. Но. Шея, плечи, спина, ноги, да. Руки, хвост. Да. Не разбираешься вообще, по-моему. Колени начнут замыкаться тогда, когда начнут восстанавливаться ваши нейронные связи. Дело в том, что это же одна из причин незамыкания колен, то, что у вас случилась травма. И как включатся мышцы, в какой момент, вы можете только способствовать этому, то есть укреплению различными упражнениями. Там у нас, я же говорю, куча всяких упражнений. Есть, я сбросил человека, это так. И лежа, но когда оно включится, это только подскажет вам ваш организм. Остальное время, чтобы ходить, если они не включены, вы можете использовать ортезы. И это тоже будет способствовать и нагрузке на коленный сустав, самой костной структуре, хрящам, связочному аппарату, и вашему организму как толчок на то, что вот, ты пользуешься этими коленями, вот они в таком положении там функционируют, значит, давай-ка туда включай что-нибудь, выключатель. Вот, поэтому ну, пробуйте. Пассивное и активное все это надо делать. Так, ну что, давай. Комплекс мероприятий. Что такое реабилитация, что такое включить колени? Это комплекс мероприятий. Начиная от шеи, вот как мы сейчас занимаемся. Всех упражнений. Синхрон какой-то. 10. Да, сейчас я подожду и завершим. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Следующее упражнение для шейного отдела. Мы поднимаем плечи максимально высоко, можно даже руками упираться в бедра при желании, либо просто максимально подняли. Опираем наш затылок на мышечный валик, который получился, и работаем правым ухом от правого плеча по мышечному валику и касаемся левым ухом левого плеча и так перекатываемся. Мышечный валик обязателен. Если вдруг у вас случилась травма, и вы пока не можете поднять плечи, чтобы создать мышечный валик, значит, вы не делаете это упражнение. 4,
6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. И еще одно упражнение для шейного отдела позвоночника. Значит, мы делаем, представляем, что перед нами лежит какой-то большой, объемный такой предмет. Мы пытаемся его захватить подбородком, подтянуть к себе и поднять по шее вверх. Да? Делаем такое круговое вращение вперед и потом круговое вращение назад. По 10 кружочков. Начинаем. Спина прямая. Ссадина у меня на колени, это не потому, что я много ползал. Я просто стою возле мангала. Жарил шашлыки. Мангал вискос сделали. Вот. Сразу было высоко, потом переделали вниз. Внимательность. Да. Чуть поднять, наверное. Так, ну что? Ах, Катя, все за тебя. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Раз, в обратную, да. Два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Хорошо. Расслабляем нашу шею малоамплитудным покачиванием из стороны в сторону и малоамплитудным покачиванием сверху вниз. Еще разочек. Нет, нет, нет. И да. Без напряжения выполняем эти покачивания. Ну что, мы вертикализируемся. Оставайтесь с нами. Ладно. Так, ну что, начинаем с лимфодренажной техники. Дима, давай. Я буду посмотреть камеру. Пяточками стучим об пол, поскольку Дима чуть подальше стоит от коленоупора, то есть не упирается коленями в сам коленоупор. Можно создать наклон корпуса вперед, и за счет этого пятки будут отрываться больше. Если вы стоите плотно, упираясь коленями в коленоупор, когда колени еще не замыкают, то в этом случае ваша амплитуда движения будет очень-очень маленькой, но в любом случае это будет на пользу, если вы будете пробовать вот, как бы подниматься, как будто бы вверх вырастать, такое прыжковое движение. Поднялись руками максимально высоко. Подали грудную клетку, живот и весь корпус вперед. Тем самым, когда руки вверху, еще больше растянули всю переднюю стеночку. Обязательно это старайтесь делать. Если пока еще не можете, то тренируйтесь. Поднимайте руки, там, допустим, на уровень глаз, чуть-чуть выше, на следующую планку. Почему? Потому что растягиваете, вы все время сидите, у вас укорочена подвздошно-поясничная мышца. Ваши ноги, если стоят ровно, вы подаете таз вперед, тем самым вы ее растягиваете. Но она не единственная мышца, которая растягивается при выпрямленном корпусе. Зад, ты слышишь, что мы снимаем? Да. И получается, что когда вы поднимаете руки вверх, одна за другую цепляются мышцы, и вы растягиваете всю переднюю линию, что очень полезно. Далее Дима выполняет перекат с носка на пятку. И вот сейчас уже выполняет переминание с правой ноги на левую ногу, сменяя вес тела то на правую, то на левую ногу, с выпрыгиванием вверх. Это усложнение. Если на начальном этапе достаточно хотя бы просто смещать вес на правую ногу, смещать вес на левую ногу. Просто даже мне руку стоит под коленом. Больновато только было. Когда вставали или когда садились? Вставали. Когда вставали? Да какой-то. Да.
знаю, как это. Я не понимаю. Ну, помнишь, ты там себе план нарисовал? Встал, выпрямился, оперся на руки, стоишь, переносишь вес на одну из ног, на руки, второй выполняешь движение. Встал опять на две ноги, когда выполнил движение. Перенес вес на другую ногу, на руки, подвинул. При этом макушка стремится вверх, грудь вперед. И от бедра пошел. Первое, что надо сделать, выпрямиться. Как? На руки, на ноги опираешься, на все вместе. И потихоньку таз подаешь вперед. Как бы сжимаешь ягодицы, проталкиваешь пряжку ремня вперед. Чтобы растянуть подвздошную. Макушка вверх, спина прямая, таз вперед ремнем. Помоги. Подупирается, я левую толкала, но правая все-таки расходилась, пошла. Первая вытягивайся. На ноги тоже. Почувствуй, что стоишь на ногах и где опираешься на руки. Как будто, может, через порог поднимаешь, как вариант. Помогай. Помогай. Угу.
что-то мы ходим. Нормально. Подожди, не спеши. Еще не расслабляй. Мне не хватает его чуть-чуть, ты помогаешь, это будет правильно напрягать. Да, да. Но дело в том, что идет вот это вот О, ну. Еще даже вот этого разгибания шло сейчас, когда я помогала. Ну. Просто я еще и стул за нами двину, то есть тут, и бегаю по разным сторонам. Как хочешь, чтобы ну, понятно. Подстраховаться. Если бы, конечно, надо просто... за веревки подвязать. Кто-то спереди. Да, кстати, делают такое. Делают, получается, когда учат ходить в высоких ходунах, либо даже вот в таких, если уже уверены, или если ортеза, там как-то надо, допустим, ногу подвинуть и учат, главное, чтобы он корпус человек держал, и впереди вяжут, и за веревки он создает напряжение, а человек, который идет спереди, создает натяжение. И по этому натяжению как раз нога как бы и двигается. Причем она двигается за счет первично движения человека, который создает этот шаг, а не человека, который тянет. Ну, понятно, там уже баланс надо регулировать. Сколько тянет, с какой силой. Да, да. А второй человек идет позади, контролит корпус и контролит, чтобы второй, ну, чтобы человек не уселся вдруг резко.
Растягиваемся. Стандартная растяжечка у нас еще будет. Прорабатываем сгибание, разгибание всех суставчиков. Соответственно, всех мышц, которые крепятся к этим суставам. Прорабатываем бедро, колено, голеностоп. Ты как? Плохо? Дать должна полотенце обтереть лицо. Намочить? Намочи. Чего? Спина все напряглась, не надо. Перенапряженная. Старался сильно. Чего? Понятно, чего? Старался, напрягался. О, кайф! Все, я так и буду жить. На лицо. Ага. Все, уже накрыли. Намочить еще? Не, она еще не надо. Ну, она такая очень нормальная. Все. Музыку включается, родственников собирается. Слова хорошие говорите. Ну, у меня сложится ощущение, что у меня чувствительность ухудшается по ногам. Ухудшается? Ну, колено спалили, не послышал. Раньше ты палил колено? И слышал? Нет, не палил. Ну, мозоль натер, не слышал тоже. То, что мы не знаем. Нет, активно, все, что ты трогаешь, что там все, боль, все, все слышу, ну вот. Ну, дело в том, что ожог, вот даже солнечный ожог, когда люди загорают, они тоже не слышат. Тепленько и тепленько. Ну, у меня же ожог не то, что уголь на меня упал, а он мне на... А тепловой, да. Поэтому он мог его, ну, тепло и тепло колено. Ты же чувствовал тепло колено? Да, не холодно я чувствовал. Я чувствовал, что не холодно. Ну, спастика, спасибо спастике. Нога начала прыгать, я опачки. Запаха не дождался уже. Так, ну что, подошла к концу наша сегодняшняя тренировка. Была она у нас сегодня дома. Протестили Диму, протестили возможности низких ходунов, высоких ходунов именно на другом покрытии, не на улице. Так что будем делать из этого выводы. У меня сделаны выводы. У меня меняется ходьба, и осталось чуть-чуть бедро и спину выровнять и пойду побегу. Да. Ну, не побегу, но буду ходить. Отлично. Надеюсь, что вы смотрите наш канал, что вы с нами. Если видите какие-то полезности, ставьте пальчик вверх. Делитесь нашим видео. Мы всегда будем рады. Все, друзья. Всем пока. Мы всех любим. Всего доброго. Итак, канал «После травмы». Это больше не канал, а видеотека. После того, как вы посмотрели видео, не забудьте подписаться, а также перейти вот именно на сам канал. Сам канал состоит из плейлистов. Открываете плейлисты. Здесь вы видите плейлисты. Часто задаваемые вопросы. Здесь все, что касается реабилитации, что касается спинальников, что касается каких-то вопросов по пересаживанию, по тонусу, по спастике и по всяких остальных вопросов, которые нас касаются. А значит,
плейлист кисти. Здесь именно в основном для шейников, инсультников, которые требуется разработка именно пальцев. Значит, плейлист массаж. В плейлисте массаж здесь какие-то, как массаж делает мне, какие-то миофасциальные вот релизы, какие-то массажи, ну, в общем, некоторые массажи, здесь их немного, можно посмотреть. Также есть плейлист упражнения. Это нарезки из упражнений, которые мы делаем с Катей на пронесижении тренировок. Я их просто вырезаю отдельно и в плейлист их упражнений помещаю. Для чего это сделано? Потому что тренировки, которые мы делаем, они не всем подходят, они кому-то легкие, кому-то очень тяжелые. Кто-то хочет построить свои тренировки. Вот, пожалуйста, здесь упражнений. Вы можете выбрать упражнения любые, для пресса, для чего угодно. Их здесь, ну, очень много. То есть под себя можете подобрать любое. Так, также есть плейлист «Спортинвентарь». Здесь как сделать кушетку, как, то есть как кручу педали, коленоупор как сделать. В общем, такие какие-то спортивные инвентарь, который, ну, я делал сам. Либо мне кто-то помогал. И плейлист тренировки. Здесь все тренировки, которые были уже, начиная с 2001 года. А все тренировки пронумерованы. То есть по порядку, как они вылаживались, так они и нумеровались. Все видео, которые находятся в видеотеке, вот именно на канале, то есть это больше не канал, а видеотека, они пронумерованы. То есть в упражнениях стоит всегда впереди буква У и номер упражнения, а также название и легкое описание. В видео растяжек стоит первая буква Р, в видео часто задаваемые вопросы стоит буквочка Ч, и по порядку описания. Так что смотрите, поэтому смотрите, не пропускайте именно вот такие вот вещи. По плейлистам нужно просмотреть, это будет для вас, конечно, находка. Все, всем спасибо.